Для борьбы с амброзией все средства хороши. На территории совхоза «Восход» в ход пошли газонокосилки. Но самый верный способ избавиться от этого карантинного сорняка, отмечают специалисты, вручную. Это растение лучше сразу вырывать с корнем. Пища богов, пыльца дьявола, зеленый паразит – представитель темного царства сорных растений. Все это об амброзии. Опаснейший сорняк приносит немало хлопот. И не только тем, кто трудится на ниве сельского хозяйства, но и каждому, кто столкнется с его пыльцой, которая буквально на днях может вырваться на волю. Фаза цветения на носу. И, кстати, именно этот орган будет страдать в первую очередь у людей, подверженных аллергическим реакциям. Проявляется особый вид лихорадки, как раздражение, зуд, насморк, чихание, покраснение, слезоточивость глаз. Поэтому сейчас по всему Большому Сочи проходят еще более усиленные мониторинги по выявлению мест произрастания амброзии и ее ликвидации. 40 административных материалов уже находятся в производстве. Постановление о наложении штрафа пришло в том числе и совхозу «Восход». Сейчас начало цветения по биологии этого карантинного объекта. Дальше она будет цвести. Цвести она будет с учетом наших благополучных погодных условий до середины октября. Поэтому нам надо заканчивать уже борьбу и выходить на какую-то финишную прямую. Горожанам надо обратить внимание на свои земельные участки, на дачные участки. Проверяются все. Все землепользователи, все собственники обязаны вести борьбу своими силами на своих земельных участках. Организацией борьбы с амброзией занимается городское управление сельского хозяйства. И вообще эта тема на контроле не только у руководства Сочи, но и в целом Краснодарского края. Местные жители, как показывает практика, не всегда оценивают всю серьезность ситуации. Жителям села Липники сегодня популярно объяснили все последствия. Вопрос в чем? Что скоро будет период цветения, будет пыльца, и у многих людей аллергия на него, понимаете? Почему это так остро для города Сочи стоит? Мы на вас надеемся, да? Вообще нет проблем. Люди все прекрасно понимают всю зону ответственности, которая может здесь возникнуть и к чему она может привести. Поэтому максимально отрабатывают и сами, и в том числе и с нашим участием, и сотрудниками Росприроднадзора и управления сельского хозяйства. Местные жители во всех населенных пунктах предупреждены. На сходах граждан это один из тех главных вопросов, которые сейчас у нас подлежит непосредственно информированию населения. Семена амброзии сохраняют способность к прорастанию и спустя 40 лет. Поэтому сорняк, входящий в список растений, несущих биологическую угрозу, необходимо уничтожать именно в этот период. И, как было сказано специалистами, вместе с корневой системой. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.